шокировало всех его друзей, многих старших вайшнав, которые знали его. I offer my humble respects to Rasikanam Prabhu. Я сидел вчера и слушал его песню «Пойдемте же в город Кришны» и плакал. It touches my heart. Я бы, наверное, смотрел и слушал этот номер всю свою жизнь с неослабленным вниманием. Уже в самом начале своего духовного пути Расиканам имел этот вкус. Я просто рыдал от счастья. Это первый голос России. The world is a touch darker now. Расиканам для меня герой.